Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые соотечественники, проживающие за пределами Азербайджанской Республики. Сегодня второй выпуск нашей программы «Азербайджанская диаспора во всем мире». И сегодня мы поговорим о деятельности азербайджанской диаспоры и о председателе азербайджанской диаспоры в Республике Дагестан. Прежде всего, давайте ознакомимся с территориальной целостностью Республики Дагестан. Республика Дагестан – субъект Российской Федерации, республика в составе России. Образована 20 января 1921 года как автономная республика в составе РСФСР. Дагестан расположен в северо-восточной части Кавказа, вдоль побережья Каспийского моря. Дагестан на севере граничит со Ставропольским краем и Калмыкией, на западе с Чеченской республикой и Грузией, на юге с Азербайджаном. По Каспийскому морю проходит граница с государствами – Казахстаном, Туркменией и Ираном. На границе с Азербайджаном – крайняя южная точка России. Согласно Конституции Республики Дагестан, государственными языками являются русский и языки всех народов, населяющих республику. Среди них имеют письменности и официальный статус аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский, чеченский языки. Столица республики – город Махачкала. Численность населения республики, по данным Росстата, составляет 3 110 858 человек. Плотность населения – 61 088 человека на квадратный километр. Городское население – 45,31%. По данным правительства республики, за ее пределами постоянно проживает еще более 700 тысяч дагестанцев. Рождаемость – 19 на тысячу населения. Третье место в Российской Федерации после Ингушетии и Чеченской республики. Дагестан показал самые высокие темпы прироста населения среди регионов России. Благодаря этому республика за 2002-2010 годы обогнала многие крупные регионы – Красноярский край, Волгоградскую область, Пермский край и так далее. На 2017 год Дагестан занимает 13 место в России по численности населения субъектов Российской Федерации. Дагестан является самой многонациональной республикой России. Аварцы – 29%, даргинцы – 17%, кумыки – 15%, лезгины – 13%, лакцы – 5,6%, азербайджанцы – 4,1%,
табасараны, русские, чеченцы, акинцы, агулы, нагайцы, рутульцы, цахуры, армяне, татары, евреи, таты. Дагестан имеет самое многочисленное мусульманское население среди всех субъектов Российской Федерации. Около 96% населения республики являются мусульманами. Первоначально ислам распространился в Дербенте и равнинной части в VII и VIII веках. Несмотря на это, ислам стал господствующей религией в Горном Дагестане только в XIII-XIV веках. Я хочу вас познакомить с председателем азербайджанской диаспоры в Республике Дагестан в городе Махачкала. Азизов Ракиф Аббасоглы родился в 1955 году 3 февраля в селе Хорона Ярдумынского района Азербайджанской Республики. После окончания школы в 1972 году Азизов Ракиф Аббасович поступает в Азербайджанский политехнический институт. Сразу же после окончания института начинает работать главным инженером в совхозе «Порт Ильича» Ленкоранского района Азербайджанской Республики. Еще в молодом возрасте Азизов Ракиф Аббасович избирается депутатом города Порт Ильича Ленинградского района Азербайджанской Республики. После распада Советского Союза Ракиф Аббасович переезжает жить в Республику Дагестан, в город Махачкала. С 2002 года начинает работать председателем национально-культурной автономии азербайджанцев России в Дагестане, в Республике Дагестан, в городе Махачкала. И по сей день является председателем ПНК в Махачкале. А также Азизов Ракиф Аббасович является членом Совета по международным вопросам при руководстве Республики Дагестан города Махачкалы. На протяжении нескольких лет, являясь председателем диаспоры азербайджанцев Республики Дагестан, Азизов Ракиф Аббасович проводит и организовывает своевременно мероприятия разного характера. Это мероприятие как 9 мая. В этот день Ракиф Аббасович встречается с ветеранами Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах. Также Ракиф Аббасович организовывает мероприятия, как День Республики Азербайджанской 28 мая, День России. Хочу отметить, что мероприятие, как Черный январь, все мы знаем, что в 1990 году с 19 на 20 января по приказу Михаила Горбачева в Баку, в Азербайджанскую республику, были введены войска. И тем самым было пролито много крови. Крови азербайджанского народа. Мероприятие такого характера, как 26 февраля, геноцид азербайджанцев со стороны армян. Новруз Байрам. И всевозможные мероприятия. Хочу отметить тот факт, что Азизов Ракиф Аббасович имеет многочисленные грамоты, награжденные руководством Российской Федерации, также и руководством Республики Дагестан. Все мы знаем, что Республика Дагестан – это многонациональная республика. За период своей деятельности Ракиф Аббасович проводит мероприятия такого характера, как политинформация, встречается с молодежью, ознакомливает как с историей Азербайджана, так и с историей Республики Дагестан, в том числе и Российской Федерации. А также хочу добавить тот факт, что во время пандемии те люди, те граждане Азербайджана, которые не смогли переехать границу, оставались на границе с Азербайджаном в Дагестане. Председатель диаспоры азербайджанцев в Дагестане Ракиф Аббасович помогал многим
людям, которые не могли пересечь границу из-за COVID-19. В то время я тоже оказался в той ситуации, когда несколькими днями, несколько недель оставались на границе с Азербайджаном в Дагестане. И в это время Ракиб Аббасович каждый раз присылал от имени диаспоры азербайджанцев в Дагестане гуманитарную помощь, как гуманитарную помощь, так и финансовую поддержку поддерживал. Некоторым людям даже арендовал несколько квартир в Дагестане семьям, чтобы семьи граждане Азербайджан не проживали, не находились, как скажем, в палатках. Многое-многое другое. Всем известно, что Ракиб Аббасович Азизов поддерживает политику общенационального лидера Гейдара Алиевича. И на сегодняшний день эту политику продвигает наш главнокомандующий, наш президент, господин Ильхам Алиев. И в этом Ракиб Аббасович всем тем, кто проживает в Дагестане, азербайджанцам, кто проживает в Дагестане, проводит встречи, ознакомливает с внутренней и с внешней политикой Азербайджанской Республики. Ракиб Аббасович поддерживает межнациональные отношения, дружественные межнациональные отношения, как с Российской Федерацией, так и с Азербайджаном. И я надеюсь, в ближайшем будущем нашей съемочной группе предстоит такая возможность приехать в Республику Дагестан, не только в Дагестан, не только в Махачкалу, и увидеть, встретиться со всеми председателями азербайджанской диаспоры в Российской Федерации, также и за рубежом. И взять у них интервью о деятельности всех диаспор азербайджанцев во всем мире. Что еще хочу сказать? Я уверен, что все председатели диаспор азербайджанцев, как и в России, как на территории России, так и за ее пределами, устойчиво и целенаправленно работают, чтобы наш народ, чтобы доказать всему миру, что наш народ, наш азербайджанский народ, наш президент, азербайджанский президент, главнокомандующий, господин Ильхам Алиев, как всему миру доказал нашу независимость, как восстановили нашу независимость и как в 44-дневной войне мы победили, мы стали железным кулаком рядом с президентом, мы победили, Азербайджан победил. В той войне, где 30 лет назад, в протяжении 30 лет, наша земля была оккупирована со стороны армян. Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч. Я еще раз повторяю, наверное, в скором времени нам предстоит, нашей съемочной группе предстоит взять интервью диаспор азербайджанцев во всем регионе Российской Федерации, так и в других точках земного шара. До свидания, до новых встреч. С вами был я, Вугар Эльманоглы. Onun milli mensubiyeti, onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişem, bugün de fahrederim ki, ben Azerbaycanlıyam. Canım benim memleketim, güneş gibi daim
insin her bir ana. Bugün de seninleyim, kürsüden sözleyelim. Sözü var, hürmeti var, ülkelerin arasında. Bele güzel, bele zengin, var dünyanın arasında. Vetenimin mağrur gücü, özüreyim ilhamı var. Hoş günlere giden yolda, bir ebedi bayram var. And içira. Her bir anı.